В одном из колумбийских городов конфисковали более тонны кокаина. Незаконный товар обнаружили в доме в спальном районе. Наркотики были упакованы в коробки и готовы к транспортировке. По оценке властей, стоимость изъятой партии на черном рынке несколько десятков миллионов долларов. К слову, Колумбия – крупнейший производитель запрещенных препаратов. Ежегодно в стране производят 400 тонн кокаина.